Всех приветствую тебя на канале успешных ICO-стартапов «Мир биткоина». И сегодня хочу вас познакомить с интересным проектом под названием «Кайтстек». Как вы видите, я нахожусь на их официальном сайте. Вот здесь вы можете просмотреть также официальное видео данного проекта. И я вам попытаюсь рассказать о преимуществах этого проекта. Значит, «Кайтстек» является открытым исходным кодом и консенсуальным протоколом, который делает блок-схемы полезными и масштабируемыми для массового рынка, создавая децентрализованную экосистему программного обеспечения, которая может оспорить современные цифровые вопросы. Также вы можете подписаться в Телеграме на почту, на рассылку, и вам будут приходить все обновления и новости по данному проекту. Основополагающие документы. Также, чтобы помочь вам получить более глубокое понимание контекста рынка, математической модели и маркерных механизмов проекта Кайтстек, команда данная подготовила 4 дополнительных документа для вашего обзора. Как вы видите, это визуальная бумага, протокол, модель вознаграждения и механизм данной компании. Также я хочу вам рассказать о технологии. Технология Кайтстек – это скачок вперед для блокировки на каждом уровне стека программного обеспечения. Также предоставление набора инструментов, которые раскрывают потенциал децентрализованного интернета для всех. Здесь вы можете, в принципе, посмотреть таблицу, которая распределена. Вот вы видите блокчейн Ethereum, то есть в этапах и тому подобное. Также рамки приложений, то есть о приложении данного проекта, это то, что Кайтстек Framework – это комплексный СКД для создания мощных сплоченных приложений для блокностей, в основе которого лежит Кайтстек Hub, который также организует передачу данных и по нескольким цепочкам и к облаку. Также это протокол агрегирования, он работает с протоколом Daily, использующим Кайтстек. И, естественно, экосистемный токен. Также разработчики данного проекта могут монетизировать свои приложения на основе Кайтстек с помощью смарт-контрактов, основанных на токенах Kart. На основе Ethereum, предназначенном для справедливого вознаграждения сообществами и работающим Кайтстек. Вы видите здесь, в принципе, описано, как это будет все действовать, то есть по кругу. Также вы можете просмотреть видео официальное человека, который разработал, основатель и руководитель данного проекта. Это Крис Дзё. Он является технологом и дизайнером, который с самого начала работал над гуманизацией технологии блокчейн. В 2014 году он основал Кайтстек, где возглавляет команду архитекторов, блокчейнгов и разработчиков с открытым исходным кодом для создания уровня опыта децентрализованного интернета. Также он является соучредителем компаний-производителей Monograph и Dot Blockchain Media. Также имеет более чем 10-летний опыт работы. Поэтому я считаю, такой человек, который усведомлен в данной компании, в принципе, мог разработать на высшем уровне данный проект. Здесь вы также можете ознакомиться с участниками, потому как проект продвинулся к тому, чем он является сегодня. Благодаря помощи этой потрясающей команде участников. Также вы здесь можете просмотреть всех участников данного проекта. Идем далее. Это партнеры и советники данной компании. Также механизмы токена. Они экосистема Кайтстек управляет контрактами, основанными на токены Кайтстек. Благодаря этому единственному токену пользователи могут оплачивать весь спектр использования программного обеспечения, подтвержденным консенсуальным протоколом вне сети. Также результатом этого является беспрепятственный опыт для потребителей и справедливая награда для производителей. Токен данной компании будет выпущен как карт, токен утилит, который позволяющий конечным пользователям и предприятиям использовать приложения, которые взаимодействуют с несколькими блок-схемами, децентрализованными протоколами, приложениями с поддержкой приложений и облачными сервисами при оплате единой транзакционной транзакции. Также я хочу вам показать white paper данной команды. Он англоязычный. Здесь вы сможете, в принципе, перевести и найти все ответы на интересующие вас вопросы. Также
Представление значка Cardstack: токен является топливом и катализатором глобального движения к устойчивому рынку программного обеспечения, основанному на открытом исходном коде и на криптоэкономике, что очень сейчас стало таки популярным. Как бы миссия данной компании – это создать экономически устойчивую экосистему программного обеспечения, вот, которая борется с неправильными механизмами блокировки централизованных платформ. Вот. Также я могу рассказать, что для производителей как бы будет справедливое распределение вознаграждений. Как бы команда и, в принципе, проект Cardstack предлагает новую экономическую модель для финансирования и поддержки программного обеспечения, которая работает в целом мире. Эта модель распределяет награды справедливо среди создателей программного обеспечения и сообществ с открытым исходным кодом, поддерживающих их. Вот, также я вам покажу сейчас Bitcoin Talk ветку. Можете также сюда присоединяться. Вот, как я уже говорила, в Telegram обязательно, где люди обсуждают данные вопросы этого проекта. Также вот здесь информация взята с официального сайта о разработчиках, вот, о команде, о участниках, о советниках и партнерах данного проекта. Вот, сейчас я вам хочу показать еще Bounty ветку. Вот, вы, в принципе, можете присоединяться к всем социальным сетям данной компании, таким как Twitter, Facebook, как я уже говорила, Telegram, то есть в YouTube подписываться на канал, просматривать официальные видео. Как я уже говорила, основатель данной компании, у него есть на сайте YouTube как бы ролик, где он рассказывает о перспективах данного проекта, который, в принципе, длится более 1 часа. Также есть видеоролик официальный, который длится в 10-минутном вот, продолжении. И, в принципе, вот здесь написаны все ссылочки данного проекта, как бы Telegram, вот, партнеры. Поэтому, что ж, участвуйте в данном проекте. Я считаю, это очень перспективная компания, которая добьется всех своих как бы поставленных планов. Вот это социальные сети, Telegram. Что ж, принимайте участие. Вот этой команде я желаю удачи. Если вам понравился данный видеообзор, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!